России сегодня услышали все зрители концерта. Мальчишки и девчонки организовали концертную программу к празднику страны. Готовились, репетировали, волновались, но в итоге покорили всех гостей своим выступлением. В зрительном зале преподаватели и вожатые лагеря при лицее номер 90. Здесь, как и во многих школах Ульяновской области, с 1 июня начались творческие смены. В этом году наша программа называется «Это Академия летних каникул». Сюда и включены этот региональный наш проект «Умные каникулы», где каждый ребенок может попробовать себя в различных видах. Это у нас и шахматы, и спортландии, и танцевальный фитнес, это различные творческие мастерские. Словом, скучать не приходится. Сегодня, к примеру, ребята отмечают и День друзей. По такому случаю во дворе лицея организовали веселые старты. Ребята резвятся на свежем воздухе, в игровой форме укрепляют командный дух. В лагере отдыхается очень хорошо. Каждый день что-то новое. И когда пишут экзамены у нас в лицее, то мы ходим на разные очень интересные мероприятия. Например, вчера ходили в Форт Боярд, прибрежный парк. Лагерь при лицее номер 90 работает до обеда. Сюда ходят около 100 ребятишек. Всего в Ульяновске работает 84 дневных лагеря на базе школ и учреждений дополнительного образования. В каждом утверждена программа работы с детьми. Выбраны приоритетные направления. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.